Всем привет! Сегодня у нас 18 февраля 2013 года. День недели у нас понедельник. День выдался не самый тяжелый, но такой насыщенный. Думал, что будет, конечно, тяжеленький день, потому что у меня с пятницы было там незаконченных 4 отчета недоделанных. И как бы заказчики уже в пятницу мне выносили мозг, что им нужно срочно, что им нужно быстро и все остальное. Но утром, придя на работу, в 8:30, я быстренько настрочил там 3 письма. Четвертое еще не надо было. Вот, настрочил 3 письма, ну типа, по техническим причинам, отчеты задерживаются. Лето, поля, все ништяк. Ну и как бы прокатило, да? Все нормально. Тихо. Тут Таня сейчас зашла после ванны, это, кипишу немножко. Вот, ну и как бы все нормально, да. И в общем, она тут всем привет передает. Нет, я имею в виду Олега Дерча. Нет еще? Нет, еще я только начал, блин. Вот, ну и как бы вот до часиков до 2-3 я все дело закончил, все свои пятничные отчеты, все нормально, все ништяк. Ну, спокуха. Вот, ну и как бы дали мне сегодня новеньких 4 отчета. 2 из них я сделал нормально. 3-й там у меня 5-комнатная 2-уровневая квартирка без отделки, выносящая мозг. Вот сейчас только что я дома доделал вечером, да? 4-й отчет, даже не принимался за него. Ну, в общем, рабочие ритмы такие. Что хотелось бы сказать, да? Сегодня, когда шел с работы, у нас там на Тверской, возле метро, барабанщик играет постоянно на этом, на ящиках с этими. Ну, на картонных ящиках, короче, там палочками цукает. О! На коробках, на картонных он там играет. Вот, ну и как бы я его заснял. Смотрим. Вот он играет и в мороз, и в снег, и в дождь, и почти каждый день, нет, не каждый день. Ну, раз в неделю я его стабильно вижу, когда иду домой вечером обычно. Вот, сейчас забил в Ютубе, его посмотрел, он прям звезда Ютуба на самом деле. У многих он на видео есть, ну и будет у меня на видео тоже. Как бы такая вот небольшая достопримечательность Тверской. Вот, Таня сегодня у нас работала тоже. Второй день подряд, уставшая, сонная, сейчас ее спать вырубает, как бы меня тоже спать вырубает. Сейчас мы с ней пойдем вместе отдыхать. Все, на этом все. Вот такой вот понедельник был насыщенный. Всем пока, аривидерчи. До свидания. До свидания.